Как говорят мужчины, после хорошего комплимента жена начинает готовить, стирать и гладить в два раза быстрее. Однако, по словам психологов, сильный пол не меньше нуждается в хвалебных речах. А потому предлагаю и дамам постичь искусство рассыпаться в комплиментах. За ходом нашего эксперимента будет взирать острый взгляд специалиста. Для начала проверим, как мужчина отнесется, если похвалить какую-то часть его тела. Ну, например, руки. Для этого отправимся в технический отдел, там как раз мужчины руками работают. Коля, у меня что-то здесь вот телефон не работает. Посмотри, пожалуйста, что там у него. Ерунда была. Пару контактов на динамиках ходили. Ой, спасибо. Коль, слушай, у тебя вот такие руки красивые, я заметила. Лучше не говорить мужчине, что у него красивые руки. Это звучит женственно, да, намек на женственность. А лучше сказать, что у него руки сильные или золотые. Вот, вспомнила, этот комплимент уж точно любому польстит. Настоящий мужчина. Что может быть лучше? Слушай, как ты выходные провел? Рассказывай. Отлично. Что делал, чем занимался? Ремонт делал. Да? Все, правда? Да. А что там как? Квартиру. О, слушай, Саша, ты прям настоящий мужчина, прям мужик, я бы сказала. Я стесняюсь. Комплимент «настоящий мужчина», он больше подходит для мальчиков. То есть, когда, допустим, молодому человеку сделали прививку, он не заплакал, его можно похвалить, ну, то настоящий мужчина, да, ему будет приятно. А взрослый мужчина, он знает, что он мужчина и вроде как вполне настоящий. То есть, это очень общий комплимент и, ну, не очень понятно, что имеется в виду. Есть еще один вариант. Похвалим за профессиональные навыки. Боль, слушай, ты мне такой классный сюжет снял, вообще кадры такие клевые. Мне кажется, прям вот как гениально, вообще здоровский такой, мне так понравился. Ты о чем? Обычный сюжет, там особо даже не заморачивался. Мужчины любят комплименты, реальные за какие-то сделанные дела, но очень нужно быть здесь аккуратным, чтобы это не выглядело лестью или сарказмом, да, чтобы человек не подумал, что это издевательство. А что, если хвалить не мужчину, а его авто? Порой складывается впечатление, что они своих железных ласточек любят больше, чем тех, что из плоти и крови. Николай Семенович, у вас такая машина хорошая, такая просторная, мягкая, аккуратная, и цвет какой приятный. Наверное, хорошая. Тесная, холодная, старая уже. 7 лет. Вся просела, вся провалилась. По локтям бью. Не сесть, не лезть. Лучше обратить внимание на то, как мужчина водит машину аккуратно, осторожно, бережно вас везет. Это подчеркивает не уровень дохода, а его личные навыки. И помните, дорогие дамы, хвалить мужчин нужно не только в честь 23 февраля. Тогда и ответные бонусы будете получать не только на 8 марта. А в умении дарить дорогие подарки мужчины нас уж точно превосходят. Раз понравилась машина, то я дарю.